Для того, чтобы забронировать очередь в ЦОН через Telegram-бот, заходим в мессенджер Telegram. В строке поиска вводим egov.kz.bot.2.0 и открываем его. На главной странице нажимаем «Начать». Далее перед вами выйдет список доступных сервисов. Нажимаем «Бронирование очереди в ЦОН». Далее выйдет сообщение. Вы хотите оставить свой номер телефона, уже зарегистрированный в базе мобильных граждан, в качестве контактного номера? Это сообщение выходит в том случае, если ваш номер уже зарегистрирован в базе мобильных граждан. Если же вашего номера в базе мобильных граждан нет, то требуется регистрация на портале egov.kz. Я нажимаю «Да, оставлю». Далее выбираем регион. Выбираем район. Выходит уведомление. Вы хотите получить услугу в специализированном отделе по обслуживанию населения или спеццон? Так как услуги спеццона мне не нужны, я нажимаю «Нет». Далее нужно выбрать требуемый ЦОН. Выбираем цель посещения, к примеру, операционный зал. Из списка выбираем нужную дату, к примеру, 22 мая. Выбираем время. Мне удобно в 12:00. Все. Ваше посещение успешно забронировано. Будет присвоен номер и дата. На телефон также приходит смс-сообщение с вашими данными. Это смс-сообщение нужно будет предъявить на ресепшн в требуемом цоне в указанное время. Готово. Очередь забронирована.